расшатывается, расшатывается, расшатывается. Да. Предупреждайте, чтобы он вам не помогал, не мешал, ручки вот болтаются, как веревочки, вот, да. Вот ничего не делаем. Он ничего не делает, вернее, вот подкинули, это тоже подкинули, отпустил катоток, вот висит на каток, да? Понял, сейчас. И, ну, у тебя вот это плечо выше, да, поэтому с другой стороны немножко. Я поэтому ему немножко не вертикально, а чуть вбок. То же самое, давим грудину, получается, локтем, а здесь свои грудные клетки, я чуть выше давлю, вот примерно разница сантиметр 15 получается. Немножко у меня падаем, на пяточках стоишь. Нет, ну ты совсем не падай. Нормально зашло. Чуть-чуть перехватываем подальше. Здесь держим его за бедро, своим бедром в бедро. Предположим, поднимаем коленку и головой смотри в противоположную сторону. Хорошо. Мне нравится. Хорошо работает. В другую сторону я поднимать не буду, но и так отключу приподнятый. Да ничего, давай, сам, это больше никто не сделает для себя. Как вот они будут делать? Да они так не сделают, они потом так намечать будут. Да. А, так, вспоминать, скажу, у тебя был правая сторона в грудном отделе, да? Подожди, левая сторона. Левая сторона. Вот такой, вот так. Вот такой, значит, да. Правая сторона. Левая сторона, ну для меня левая. А, левая, извини, да. Левая сторона. Значит, я в этом случае грудной своей клеткой прицеливаюсь не по центру, а чуть сюда, со стороны сколиоза, чтобы давить в то направление. Вот. Теперь подставили капуку, взяли под коленку, подняли и как гармошка. Зажал. Сперва как-то немножко зажат, да. Как-то было. Ну давай, тогда по-быстрому вот так вот сделаем. Правую коленку опять поднимаю, прицепную сторону смотри. Не, он зажат. Почему-то жопа отправилась. Хватаемся за шею. Держи, держись. Подбородком касаемся ключицы. Не, в замок. Держу в замок. В замок. Ни в коем случае тут не отпускай руки, ладно? Угу. Чтобы не было. Там может быть немножко больно, ничего страшного. Касаешься, да? И теперь скручивайся по одному позвонку, если буду подсказывать, как улитка вот так вот вниз, вниз, вниз. Если заметишь, что он пошел тазом скручиваться, да, распрямись лучше его. И давай вот отсюда опять вот вниз, 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 сейчас скручиваемся. Вот примерно до такого уровня. Берем за локти, чтобы они не разъехались в таком случае. И в свою грудную клетку его расслаблено. Стой на пятках, на пятках. Потихонечку распрямляем, распрямляем. Распрямили, теперь подбородок, вот так, ладонями в подбородок. И на экстензию теперь поднимаем. На себя распрямись. Голову чуть убрали в сторону, чтобы не мешать. И потянули вот так, шаг вперед. Продолжаем растягивать на экстензию. Поймали его руки и положили на себя. Вот, растрясли, так немножко повибрировали. Руки опустили, таз опустили, ноги висят. Руки твои где? Вот они, вот. Одна, вторая. Потихонечку, медленно опускаем. Ты не ждешь землю, пол не ждешь. Его нету. Вот, провисаем, провисаем. Как на правиле практически. Танго, реверанс. И захватили вот за поперек рука лежит, видите? За грудной отдел. Было, ну, да? Спасибо. Душа не вышла. Все, что можно, хрустнуло, по-моему. И не можно. Ну, далее. Можно еще продолжить. Шаг вперед. Берем руки. Так разворачиваем. И резко назад. Немножко ему больно, да? Можно плечо. Опереться коленом. Можно ногой сюда, но это не будем ногой делать. Будем руками, полегче. Вот так вот, раз. И плечи. Стоишь. То же самое, вот, что мы делали сидя, да? О! О!
Сам не крути. Не крути, не крути. И... Так, затылок. Наклонили, наклонили. Еще затылок расслабь. Уже не даешься. Еще расслабили. Наклонили голову. Нет, тут уже не дашься. Так. Ну, хорошо, прям. Чуть-чуть глубоко. Нормально. Угу. Как ладно это делать? Не будем. Ну, можно с руками. Тогда переходим на руки. Развелись вот так. Вот, растянули плечо ему. Вот, растерли, да? Ключицу относительно лопатки ставим поближе вот так. Раз и вниз. Поближе. Ой, вверх. И вверх. Теперь рука расслаблена. Сам ничего не делай. Положи вот так вот и на перед камеральным отростком. Именно на мясо. Руку, да, на мясо. Шатали и раз. О, слышали? Угу. Теперь руку сюда, на камеральный отросток. Раз. И на ключицу. Два. И на лопатку. Назад уже движение назад. Вот такое. Шатали, шатали. Три. Локоть расшатали. Теперь в эту сторону. Тут две косточки получаются. Сначала мы вот эту ставим вот так. Чик. Теперь вот это под углом так. Чик. Пальцы. Вот этот отросток. Ой, вот эту косточку, да? Вот так вот, как курок, немножко под углом можно вот туда. Вот этот сустав также примерно. Вот этот сустав по 90 градусов выдергиваем вдоль вот этой косточки. Здесь вот расшатываем. Каждый суставчик. Здесь расшатываем. Хрустит. Локоть не держи, тоже все расслаблено, расслаблено. И тут нам надо будет немножко присесть. Вот все суставы расслаблены. Вот все ходуном ходит. И мы незаметно для него дергаем. Как тебе надо было стоять. Так выдергиваются вот эти нервы. Лучевой и локтевой. Здесь, соответственно, с этими пальцами, что мы делаем? Вот он полусогнутый, да? Мы его расшатываем, чтобы все суставы ходили. Здесь, здесь и здесь. Берем вот так, получается, вот этот сустав против этого работает, вот зажат. Этот палец давит вот в этот сустав, а я, ну, в смысле, вот эту фалангу, а я вот так. То есть все фаланги задействованы, видите? В эту сторону, в эту сторону. Ну, у тебя, значит, все размято. Теперь подводим руку вот так и загибаем в эту сторону. Потом будем делать вот так и в эту сторону загибаем, для того, чтобы коснуться вот этих косточек. Вот на эти косточки прям ставим пальчики свои. Рука расслаблена и такое хлесткое движение. Теперь с этой стороны. Раз, загнули. Получается, видите, тут я мизинец держу вот этой частью. А когда вот так было, я большим пальцем держал указательный, вот, чтобы он раскрылся. Вот. Ну и теперь само запястье. Берем, как будто здороваемся, да? И относительно лучевых костей разворачиваем вот в эту сторону. Как на сброс так рука. И в обратную сторону. Все размято. Если у человека выбиты вот эти вот косточки, то с ними работаем достаточно жестко. Мы их уже вот растянули вот так вот, да, вот размяли. Вот все их расшатали друг относительно друга. И теперь, чтобы вставить их, надо посадить человека на стол
за стол, вот, например, на стул. Садись. Руку ставим вот так, чтобы плоская была рука, да? И, соответственно, надо от центра туда вот их выдвинуть, да? Прям прицеливаемся и такой жесткий удар делаем. Вот в эту сторону. Косточки встают. Либо, если не получается так, да, то тогда хотя бы вот через тряпочку, чтобы не скользить. Тогда вот мы их вставляем. Ну, этого достаточно еще показать? Можно дернуть просто, дернуть правую руку. И все остальное, да, не надо.